С каждым днем новости о состоянии Романа Костомарова все тревожнее. Утром СМИ сообщили, что фигурист перенес инсульт, а сейчас стало известно о других проблемах. Говорят, спортсмена полностью перестал видеть правый глаз. Врачи удалили у 46-летнего спортсмена глазной хрусталик. Несколько лет назад Роману провели операцию по его замене, теперь процедуру повторили из-за сильного фронтита. Как известно, воспаление в лобных пазухах оказывает давление на глаза, вызывая обильное слезоотделение и светобоязнь. Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к ИВЛ. По данным СМИ, олимпийский чемпион перенес инсульт. Врачи делают все, чтобы улучшить самочувствие пациента, но пока безрезультатно. Также у звезды спорта проблемы с легким сердцем. Сообщается, что из-за сепсиса у Романа развился гнойный менингит. Семья фигуриста от официальных заявлений пока отказывается. А мы желаем скорейшего выздоровления столь великому спортсмену.